И очередная посылка. Руки, нож. Всем привет. Михаил, канал Картавый Блогер. Давайте посмотрим, что внутри. Достаточно солидная марка китайская. Пишет, говорит, дорогой покупатель, поставь, говорит, мне 5 звезд. Я буду счастлив. И что у нас внутри? Внутри у нас два заказа и подарок. Давайте по порядку. ОТК. Неинтересно. Инструкция. Ну, уже более интересно. А тут показано, что АА – это пальчиковые батарейки, заряжаются менее 2 часов. 3А – мизинчиковые, заряжаются менее 1,5 часов. Ну, могли бы, наверное, еще и на русский перевести, но, наверное, поленились. Ну да и ладно. Заказ номер 1 – это зарядное устройство. Заказ номер 2 – это сами батарейки. Ну, вы знаете, достаточно тяжелые. Это, в принципе, показатель их емкости. И что у нас тут? У нас тут достаточно удобная штука, я такую отдельно заказывал, а здесь, видите, они не поленились, даже свою марку написали. Вот такой вот контейнер для хранения батарей, чтобы они не рассыпались и так далее. Значит, стоял я перед выбором, а выбор у меня был следующий: набрать аккумуляторов, которые будут заряжаться от microUSB. У меня даже специально для этого вот такие вот дракончики есть, да, в USB-шку воткнул, и 4 батарейки можно за раз заряжать. А либо, ну, брать еще одну вот такого плана зарядку, но у них, у этих зарядок, да, ну, основная проблема в чем, да, там, воткнул в розетку, розеток вечно там не хватает, что-то еще. Вот, здесь плюс какой? Здесь есть разъем, вот он у нас прячется, microUSB. Да? То есть можно заряжать от чего угодно, если вы пользуетесь телефоном Android. Значит, есть вариант вставлять батарейки пальцы, и есть вариант, видите, более маленькая, вставлять батарейки мизинцы. Что у нас тут индикатор даст, кстати, тоже немножко интересно. Вдогонку такой вот кобелек. Кобелек. Во что бы тебя воткнуть? Пойду поищу, во что воткнуть. Долго искать не пришлось. Для вас это было вообще мгновенно. Что он нам показывает? Показывает зарядку. Причем, вот обратите внимание, здесь не светится, здесь светится. Давайте попробуем повынимать. Так, ничего не показывает. Давайте вставим. По каждой батарейке, которую он заряжает. Ну, свечение здесь, судя по всему, видите, тоже вот просвечивается стенка. И поэтому мы не обращаем внимания на то, что происходит у нас тут. 2 батарейки он уже показывает в режиме заряжания. Зарядки, короче. Наверное, так вот будет более правильно сказать. Ёшкин кот, что на улице творится? Снегопад. Ужас просто какой-то. Так, 2 заряжает, 2 он считает. Бам-бам, руки-крюки. О, 3 уже показывает, заряжает. 4-ю покажешь, нет?
Да, четвертый показал, что он тоже заряжает. А, значит, давайте посмотрим, как он будет показывать индикацию после того, как зарядит их. Да, ну, просто интересно. Вот. И что пока вижу, да, в плюсе. От microUSB, ну, это реально удобно. То есть, если вы там едете... Если вы едете куда-то за границу, я не знаю, зачем вам батарейки. По большому счету, мне это было нужно почему? Потому что... О! Это они просто, видимо, были холодные, а реально он их считает заряженными. Я пойду сейчас принесу батарейки свои, какие-нибудь разряженные поищу, и посмотрим, что из этого получится. Ребята, ой, бум-бам, все попадало. Да, в подтверждение, видите, вот у меня такие вот коробочками я пользуюсь. Это и киевские батарейки я изначально брал. А до этого были зелененькие киевские батарейки. Причем, вы знаете, вот это, ну, потяжелее и киевской будет, если брать вес. И вот у меня вот сейчас возник вопрос. Ну, я как-то не задумывался об этом. Вот баночка, да? Баночка от печенья, судя по всему. Я в этой баночке храню батарейки, которые не лезут у меня в чехольчики. Это уже все старость или это, ну, нормально? Скажите, вы пользуетесь вот такого рода баночками для хранения чего-либо? И сколько вам лет, если вы пользуетесь? Ну, то есть, как бы, не совсем ли я старик? Те самые кроны, которые могут заряжаться от microUSB, кроны, которые заряжаются от простой, от microUSB гораздо удобней. Здесь у меня, по идее, все заряжены. Разряженную я так и не нашел. Ну, вот, наверное, разряженная будет. Что-то вообще ничего не показываешь. Да нет, тоже заряженная. Нет у меня разряженных батареек. Все, я вовремя заряжаю, несмотря на то, что у меня Владимир Михайлович пытается делать бардак. Все батарейки у меня заряжены. А значит, стоит недорого. В целом очень даже удобно. От того же microUSB, у меня microUSB-шка от компьютера выходит отдельно, как это называется, не помню, как называется, но неважно. От нее можно поставил, заряжаешь рядышком удобно, кинул там вместо телефона что-то еще. В принципе, аккумуляторные батарейки у вас обязательно должны быть, если у вас есть дети, которым вы берете какие-либо игрушки. Потому что, ну, это существенно дешевле и полезнее для природы. За сим, я думаю, можно попрощаться. Значит, ребят, группа ВКонтакте обязательно вступите, посмотрите, оставьте отзывы о каком-нибудь товаре, который вы брали с Китая. Вот, смотрите отзывы, которые есть там, есть разные разнообразные ссылки. Ну и вставляйте комментарии, заходите в гости. Всем всего, до скорых встреч. И обязательно напишите, вот такие баночки. Старперы или нет? Используют.